Советский район в будущем году намерен усиленно развивать предпринимательство и инвестиционную привлекательность. У советчан есть много интересных идей, редких не только для Югры, но и для России. Например, методом кавитации здесь производят полезные соки, а десерты готовят методом шокового охлаждения. Здесь уже производят древесную муку, из нее делают порох, двери и сорбенты для сбора нефтяных пятен на воде. Расширение производства позволит создать сотню новых рабочих мест в районе. Стоит отметить, что приоритетным направлением развития экономики района в следующем году станет также разработка карьера с диатомитом. Это порода, богатая органическим кремнием. А еще здесь планируют наладить промышленное производство клюквы и грибов. Для этого у нас все есть. Для этого у нас есть и железная дорога, и северный транспортный коридор, и та базовая отрасль, которая сейчас, кое-что подрастеряла, но в то же время осталась. Это лесопромышленность. Это те хорошие зачатки и основы предпринимательства, которые есть и которые сегодня в том числе присутствуют здесь предприниматели. И это наши недра, которые очень богатые. И само собой самое главное – это люди.